блядь. Нажми-ка. Вот такой вот огородик. Неплохой, неплохой. Что я могу сказать? А вот здесь у тебя клубнику надо было посадить еще. Да? А здесь что, спахали, что ли? А, здесь же мангалетки не было, да? Нет, овес. Овес, но. А ты вот вишни посадил, да? Да. А сюда что посадили, свеклу? Ничего не посадил, да ты? А?
вернуться. Что, все, что ли? А? А вы это куда? А вот там поливать. Ну. Это ведро, наверное, да? Да, прикольная штука такая, чтобы не горбатиться, наверное. Чего? Вот эту бочку с водой. Ага, деревянная, на 100 литров, блядь, наверное. Какой 100? Ну а чё? Да, чтобы это... Куда он воду возит, блядь? Пришли счетчика проверять, блядь. Ладно, вот такое вот хозяйство. Летом посмотрим, какой будет урожай. Это 2021 год. Май месяц. Сегодня у нас 6 мая. 6 мая, да. Бажена. Ну, расскажешь? Мотя! Ты чё там прихорашиваешься, ты присматриваешься, а? Да, на печенюшку смотрит, да? Спасибо. Вон какие, видишь, маленькие. Смотри, какие маленькие. Иди сюда, иди сюда. Хороший, хороший. Его погонит. Не надо. Боится он. Я хочу еще погладить. Посмотри, какого хочу погладить. Посмотри, какого. Посмотри. Такого вот. Беленького? Угу. Вот, но они убегут. Они сейчас царапаться будут. Давай не будем пугать. Пойдем. Кш-кш-кш-кш-кш. Вон курицы тут набегали. Пока, кролики. Скажи пока. Пока, кролики. Пока, пока, Бажена. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот, наверное, будет, да. Появился у нас на горизонте вот такой матрасик, но он вот весь. Раз, два. Вот это, кстати, я заклеил уже. И получилось довольно-таки неплохо, поэтому я дальше замутился. Качает отлично. Прям с этим насосом мне надо какие-то приспособы. Но это, я думаю, вот сейчас я резинки все натяну. Вот такие же вот заплатки сделаю, красивые. И все. И система будет работать.
система заработает на все 150. А этот вон чё? Вот этот надо снять, да, наверное. Я не знаю, конечно, где. Посмотрим, что из этого матраса получится у нас. Может, и будет что-нибудь путевое. Зараза, блин. Сейчас вот, кстати, снимаю с новой камеры. Куда поставить бы, блин? Ах, во! Кстати, еще этот матрас достался вообще на халяву. Самым настоящим образом. Ну, он дырявый, наверное, никому не нужен. Выкинули его. А выкинули, знаете, где? Прям вот чуть ли не возле подъезда. Ну, либо на мусорку нести. Мне было проще донести до машины. Быстрее, до багажника. Вот. Незначительный такой ремонт и восстановим. Я так думаю. Но здесь материал от боли, он такой лучше. Поэтому, блин, прям поясница продувает. О, снимем вот это все. Чего ты? А? Все-таки ты решил, да? Братан, хочешь сесть в магнит покидать? Да я сам собой. Сам собой он. Вот это да, заклеился, прикинь, вот, вот здесь вот дырка, и, ну и вот это вот, переделать вот так же. Вообще замечательно будет. Он нормальный такой этот. Материал я имею в виду. Клеится, не как этот, а чуть получше. То есть заклеится. Я так думаю. Батя что говорит? Не хочет? Надо одеться. Пойду одену-ка свои.
хорошо, когда есть в машине одежда с собой. Вчера, представляете, профукал свой крестик. Порвался на веревке. Ходил, искал, где только не был. По всем своим местам, закуточкам. И знаете, что, где? Где нашел? Нашел у тещи. Теща во дворе. Наверное, что-то поверх, наверное, надеть надо. Чё, короче говоря, едем менять этот. Менять, говорю. Так. Ну это, наверное, пускай высохнет у меня. После этого уже аккуратненько. Пока поедем, наверное. Магнит покидаем. Ты что, зазря, что ли, купил, братан? Ну что там у тебя? Дела идут? Что, говорю, там у тебя? Дела идут? Сапоги, наверное, одеть, наверное, да? Сапоги. Сапоги одеть, наверное, надо. Или взять лучше с собой? Всем здорово! Едем, короче, за братаном на одну делюгу. Взяли с собой тормозок. Вещь. Можно по весенней дороге.